Иное измерение русской культуры. Неизвестный автор. Ответ на стихотворение Бенедиктова «Недоумение». Читает Евгений Прасуль-Брушковский. Стих твой в сердце проникает беспощадною острой сталью. Душу мучит он отравой и глубокою печалью. Тыль, постигший совершенно все значение человека, вдруг упал до примирения с духом суетного века? Тыль, певец всего, что в мире есть высокого, святого, сомневаешься в ученье Искупителя благого? Ты ли сердца отвлечь желаешь от небесных упований, от единственного блага в час безвыходных страданий? За пределом здешней славы вспомни, час суда настанет. Вспомни, голос не от мира над тобою страшно грянет. Скажет он, был послан мною песен дар тебе в отраду, дар высокий, благодатный. Что ты сделал с ним, о чадо? И в слезах перед престолом славы вечной, лучезарной, скажешь ты, его на Бога я воздвиг, неблагодарный. Нет, прости меня. Быть может, твой порыв сужу я строго, но мне больно видеть падшим, восприявшего так много. Больно мне в толпе безбожной легкомысленного света слышать голос дорогого, благородного поэта. Апреля 1860 года. Читано по изданию сочинения Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцией Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 1. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества товарищества Вольф. 1900 второй год.